Эфир телеканалу «Беларусь-2» распочиная программа «Репортер» телерадиокомпании «Гомель». У студии Наталья Игнатенко. Доброй раницы. Сегодня у «Гомелю» протягни работу международная выстава «Кермаш. Бизнес у регионах». Свою продукцию на площадях областного громадско-культурного центра пропонуют больше, как 50 предприемств, приватных предпринимальников и ремесленников с Беларуси, краин близкого и далекого замежа. А проча того, представники деловых колов наведали предприемства, с якими плануют наладить супрацовництво – а так само ознайомились с умовами, которые створены в Беларуси для замежных инвесторов. Разом с бизнесменами свободную экономичную зону «Гомель-Ратон» наведал Олег Сентиров. Свободная экономичная зона «Гомель-Ратон» существует с 1998 года. Правда, выключно гомельской теперь назвать ее уже нельзя. За минулый час ее границы поширались 4 раза. И сегодня резидент СС находится на территории 11 районов области. Подчас работы выставы «Бизнес у Гомеля» об перевагах знаходжения в свободной экономичной зоне кажут на пленарных посяджениях, а так само подчас особистых встреч. У меня была китайская компания, которая тоже проявила интерес к Республике Беларусь, в частности, свободной экономической зоне в нашей, мы обсуждали вопрос реализации проекта производства пленок. Згодно с подликами администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон, у поравнании с иншими предприемствами, обовязковое отличение резидентов меньше амаль на 40% за кошт зменшенных податков и инших платежов. Сегодня у СЭС працует капитал 17 краин света, и верогоднее за все, эта лишба будет повеличиваться. Сегодня у свободной экономической зоны Гомель-Ратон зарегистрированы 80 резидентов. Огульная количество работающих – 36 тысяч человек. Для сравнения, у не самом маленьком Будо-Кошалевском районе проживают 30 тысяч. Что отличается непосредственно выставы кермашу «Бизнес у Гомеля», то ее экспозиции будут разгорнуты до 24-го кастричника. По словам удельников, некоторые из них уже нашли новых партнеров, некоторые разглядают пропановым. Пензенскую область Российской Федерации у Гомеля представляют сразу 7 предприемств. У гандлёво-промыслового в палате этого региона утверждают, что вельми затекавлены у поширения супрацовництва с белорусскими вытворцами. Причем формы могут быть самыми разными. Тут взаимный интерес. Часть предприятий наших реализует свою продукцию в Беларуси, и наоборот, значит, белорусские предприятия поставляют свою продукцию в Пензенскую область. Олег Сентиров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». На белорусском металлургичном заводе в Жлобине отбылась международная науково-техническая конференция, на якой обмерковывались перспективы развития литейной вытворчести и металлургии. У ее работе примали удел специалисты с Беларуси, России, Германии, Швейцарии, Китая и других стран. Подробности у сюжете наших корреспондентов. На конференцию приехали больше как 130 делегатов. Это представники замежных компаний, керовники буйных предприемств и научных установ, которые имеют прямое дочинение до металлургии и тяжкой промысловости. Особливые надеи с форумом связывают и деловые партнеры БМЗ. Белорусский металлургический завод – известная для нас компания, сотрудничество с которой ведется много лет, и мы заинтересованы в его продолжении. В настоящее время экономическая ситуация не самая лучшая, но мы надеемся, что сможем найти какие-то решения, чтобы все-таки улучшить качество работы. Пленарное посяджение начинается с вручения узнагород за лепшие инновационные проекты и науково-вытворчие распрацовки. Сярод лауреатов премии Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Беларусь, сам белорусский металлургичный завод и персонально двое ведущих инженеров. Что отметно, это представницы пригожего пола. Значность роли техничных инноваций, квалификации кадров и у целом интеграции прогрессу у вытворчесть переоценить сегодня немогчимо. Еще говорил Менделеев, что наука и производство друг без друга не живут. Естественно, этот тезис не устарел и никогда не устареет, потому что это обоюдный процесс с встречным движением. Если мы будем двигаться в разные стороны, ничего не получится. Мы должны двигаться друг к другу навстречу. Узорный приклад такого руху – сортопрокатный цех номер 2, який открылся на БМЗ меньше, как месяц тому. Один из самых масштабных проектов за всю историю предприемства уже дает первые выники. На днях цех выпустил первые 100 тысяч тонн продукции. Великая ее частка реализуется на внешний рынок. Серед импортеров – Франция, Италия, Чехия, а усяго около 20 краин. Объемы вытворчести растут с каждым днем. Переваги новых технологий оценили и металлурги. Много инновационных автоматизированных систем, которые упрощают работу, скажем, моему технологическому персоналу. Максимально за все отвечает автоматика, оператор, технолог, который ведет технологический процесс, просто корректирует, следит за всем процессом. Руслан Проляскоуский, Сергей Нигеревич, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Сажлобина.
Гомель наведала делегация посольства Исламской Республики Ирану Республіцы Беларусь. Гости встретились с керавництвом Гомельского державного университета имени Франциска Скорины и ознакомились с науково-практичной деятельностью высшей научной установы. У ходе деловой встречи акцент был сделан на обмеркование питания у потенциального сотрудничества помеж Ираном и Беларусью. В первую очередь, это касается аспекта науково-исследовательской деятельности и развития инновационных технологий. Как отметили представники иранской делегации, у нашей стране для этого створена серьезная база и есть все необходимые условия. Я думаю, в Беларуси очень хорошая почва для развития инноваций, инновационных технологий. Здесь также очень хорошая база для развития совместного сотрудничества с иранскими компаниями. Мы хотим потенциал иранский и белорусский продемонстрировать друг другу и выяснить, по каким направлениям возможно наиболее выгодное сотрудничество между нашими странами. Подчас встречи гостям был продемонстрован шерох науково-доследчих лабораторий. Тут занимаются распроцовкой специализованного обсталявания и инновационных технологичных систем с дальнейшим их укоронением в творчасть. Представники делегации у свою чергу огучили, сегодня не готовы сотрудничать у гэтым накірунку с белорусскими коллегами. Сфера интересов от нафтогазахимии до фармацевтики. Сегодня в Гомеле отбудется урочистый сход, присвеченный 75-летию створения системы профессийно-технической эдукации Республики Беларусь. Мероприемство будет проходить на базе областного дома наученцев и работников установ профессийной эдукации. Подробности в наших наступных выпусках новинок. Актуальное питание выхования дитяти в приемных семьях и дитячих домах семейного типа обмерковывались на областном семинаре у Добруши. Подобная форма выхования детей-сирот и детей, которые остались без опеки батьков, является приоритетной задачей для органов адукации. Только у семьи наибольш полно отбываются позитивные изменения в развитии дитяти. Дмитрий Котов протягнет тему. Упершиню подобный семинар собрал батьков-выхавальников и специалистов галины адукации у Житковицким районе. Зараз эстафету примают у Добруши. Мясовым педагогам и социальным работникам сапраўды есть чем поделиться с коллегами. На протягу опошних 3 годов все дети, которые остались без батьков, были накированы у приемные семьи и замацавались у их. А кроме того, назапашены певный опыт по повышению якости выхавания. Сегодня задача органа управления образования районных социально-педагогических центров контролировать деятельность этих семей, выяснять проблемы и, самое главное, давать ответы на вопросы, как снимать проблемы адаптации, как снимать проблемы, которые связаны с воспитанием детей в замещающей семье. У дитячем доме семейного типа Добрушского района проживает 9 детей. Каждый из них по разных причинах застався без батьков. И для того, как минимизовать тяжкую страту, их на выхование взяла семья Шедовых, которые уже имели дорослых сына и дочку. А лишь и этих ребят иначе, как родными, не называют. Выховывать одночасово 9 неполнолетних детей – задача не из простых. Однако на клопоты никто не скардится. Для батьков головное – сделать детей счастливыми. За все дышуть у доме смех. Для этого яны широ делятся теплыней своей души. Мы очень, во-первых, долго шли к этому, 5 лет, наверное, это чисто реклама, да, чисто желание помочь какому-то ребенку. Потом, значит, очень долго. Мы, если меня сейчас спрашивают, вот, сегодня вот решила взять ребенка, да, и завтра уже, нет, говорю, так нельзя, надо созреть. Самое главное – это образование. Я вот их муштру, чтобы они учились, потому что без учебы нет будущего. У Гомельской области зараз каля 4,5 тысяч детей-сирот. Больше за 80% из них выховываются у приемных и опекунских семьях, домах семейного типа. Приоритетная задача – найти тепло и утульность домашнего очага для каждого. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Добрушский район. И это был опошний сюжет выпуску. В студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире.